Девочки, доброе утро, здравствуйте. Начинаю свой влог с поздравления с Рождеством. Поздравляю вас, мои хорошие, с Рождеством. Самое главное, вам счастья, здоровья, мирного неба. Пусть вас ваши все семьи Боженька оберегает. Пусть у вас будет все-все-все хорошо. У ваших деток, у внуков, каждую семью пусть звездочка упадет со счастьем. Пусть ваши очаги всегда будут яркими, столы будут полными, а здоровье будет плескаться через край. Я вам желаю вам всего-всего хорошего. Сегодня влог начала я с леса, поэтому всего вам хорошего. Еще сегодня, думаю, что встретимся не один раз. Вчера баню топили, так с мужем что-то дела выходной, ничего снимать не стала. Поэтому, девчонки, всего вам доброго, всего хорошего, не болейте. Посмотрите, какая. Ну, погода у нас не меняется. Прекрасная погода. Погода прекрасна, но солнышка мало. Жалко, солнышка мало. Ой. Ну, ладно, девочки, еще с вами подключусь. Так, девочки, пришла домой. Что-то тут у мужа. Ой, борщик. Ой, молодец, Саша. Молодец, пока жена гуляла на улице. Ой. Ну-ка, поздравь девчонок с Рождеством. Чего-то пристало. Давай, поздравь. С чего? С Рождеством всех. С Рождеством всех. Здоровья, счастья, благополучия. Ой. Не болеть. Слышите? Никому. Никому не болеть, всем семьям, чтобы был покой. Год был удачнее намного. Вот. 20-го. Ой, спасибо, муж. Ой, я сопливая, сопливая. Блин. Сопливая. Я просто пришла с этого. Со свежего воздуха. Борщик. А тут борщик такой горяченький, такие запахи. О, посмотрите на меня, я какая. Тельняшечки мужа. Такая тельняшечка приятная. Она такая тепленькая, байковая. В ней хорошо гулять на улице. Вот. Ну ладно, девчонки, сейчас будем, значит, обедать. Потом пойдем на площадь. Там какой-то концерт. Внучка у нас сегодня выступать будет. Девчонки, перед прогулкой сейчас растворим булочки. Булочки такие с корицей. Горяченькие будут. Растворю сейчас тесто, потом погуляем, а потом дальше продолжим. Значит, что нам нужно? Сейчас я вас поставлю, девочки. Что нам нужно, значит? Нам нужно 190 миллилитров кипяточка тепленького. Туда высыплем 2 чайные ложки без горки дрожжей. Так, размешаем и дадим дрожжам, чтобы они у нас пеночка появилась. Пока отложим в сторонку. Значит, что, берем 2 яйца. Опа. Оп. Ну ничего, все словили мы. Так, а тут тоже мне не нравится. Вот, а все выловила я. Скорлупка маленькая упала, но все-таки этот яйца от своих курочек, поэтому ничего. Значит, 2 яйца. Берем 2 столовые ложки сметаны. Сейчас возьмем. Так, девочки, значит, что у нас? Возьмем 2 столовые ложечки сметаны. Так, 2 столовые ложки сметаны. 1 чайную ложечку без горки соли. И 3 столовые ложки сахарного песка.
все это хорошо сейчас забьем, заболтаем. Так, дрожжи у нас, на дрожжах у нас уже появилась пеночка. Выливаем туда нашу водичку с дрожжами. И постепенно... Чего тебе, Лиса, надо? Чего ты меня цапаешь тут? Гляди, клеенку тут не рвет. И постепенно добавляем... 550, вот у меня здесь просеяно 550 грамм муки. Ну, плюс-минус, я не знаю, у кого какая мука, постепенно будем добавлять муку, чтобы у нас получилось мягкое тесто, но в то же время не забитое, эластичное, слегка липнущее к рукам. Поэтому я вот сейчас буду постепенно добавлять. Это печенюшки, ой, эти булочки у нас с корицей будут. Сейчас уже, наверное, венчик я отложу в сторону. Наверное, возьму ложку, потому что венчик уже будет плохо взбивать. Сейчас возьму ложечку. Ну вот я подсыпаю муки. Ну сейчас вот я уже руками буду... Высыплю на коврик и буду домешивать. Но прежде чем высыпать на коврик, я добавлю сюда 70 грамм. Но вот оно такое не растопленное, а ну мягкое до консистенции, надо, чтобы сливочное масло было. Чтобы такой комнатной температуры, так будем говорить. Ну вот оно, чтобы его вот втереть прям в тесто. И сейчас будем высыпать и уже вымешивать на коврике до мягкого, эластичного состояния. Посмотрим, сколько у нас муки уйдет. Вот было у меня просеяно 550 грамм. Но вот это все количество. Вот такое получается, видите, слегка липнущее тесто к рукам. Вот оно. Вот оно, видите, еще прилипает к коврику. Но я, знаете, не буду больше, наверное, добавлять муки, чтобы не забивать тесто. Я лучше, наверное, возьму немножко на руки чуть-чуть растительного масла. Прям вот совсем чуть-чуть. И хорошо-хорошо его постараюсь вымесить. Но оно вот такое и должно быть. Видите, оно вот приставает немножко к кормику, пристает. Но если только чуть-чуть слегка прям припылить поверхность и хорошо сейчас вымесим наше тесто и оставим его отдыхать минут на 50, ну на часик. Мы пока сходим погуляем. Наше тесто мы сейчас хорошо вымесим и оставим отдыхать. Саша, хорошо тебе гуляется. Да, погода прекрасная сегодня. Гуляй да гуляй. Да, посмотрите, у нас в центре ягоды какие ели стоят. О, вековые, да? В центре совсем. А вот такие дома. Есть такие маленькие. Ой. А есть вон какие особняки. Ну, это, наверное, как и у всех. Это, наверное, как у всех. Вот сейчас немножко прогуляемся. Вроде как ящик маленький. Как вроде на мороз. Посветлее небо становится. Угу. Обещали. Ой. Вроде как у нас на мороз на минус 10 будет, так маленько как разъяснивает. Вот и накрась губы. Все под маской.
Ой, ну блин. Маска все стерет. Накрасила, называется, губы. А сейчас в магазин будем заходить, опять эту маску одевать. Так вот лечо крашу. Но я-то не думала, что это. Пришли в магазин. Красное-белое. У нас рядышком около дома. Я вам уже показывала не один раз. Сейчас вам покажу мое любимое вино. Вот это вот. Стоит 179 рублей. Но, кстати, вообще неплохое, хорошее. Вот я его и возьму. Оно красно-сухое. Вот такое. Есть, конечно, полусладкое. Но я возьму красно-сухое. Себе. Угу. Такую рыбку возьму. Почему нет? Вот она. Точно самая, 289. Ну что, сейчас купили все. И пойдем булочки печь. Булочки уже как раз 2:30 было. Как раз часик прошел. Как раз наши булочки. А еще хочу на ужин сделать, как правильно, ленивые пельмени, что ли. Ну, такое какое-то. Не знаю уж, как это будет правильно называться. Ленивые или штрудельды. Не знаю, как правильно называть. Ну, лишь бы было вкусно, да? Лишь бы было вкусно. Вышли на свою улицу. Сейчас придем домой. И будем продолжать печь булки. Смотрите, какой у нас парк из сосен на нашей улице, прямо перед, ну, перед школой. Вот там школа, видно немножко, да, кирпичное здание. Вот там. Там уже сейчас как учатся маленькие детки. 1-4 класс. И детский садик, что ли, был. Но сейчас-то вроде нет. Все кругом сокращено. И вот такой вот из сосен такой вот стоит лес. Ну, не лес, а. Ну, вот он вырастет-то большой, наверное, будет, да? Вон уже какие елки. Выросли елки, сосны. А вот это вот, если так вот смотреть, наша улица. Там Сашка идет. Вот. То есть у нас домики такие, ну, разные. На две семьи стоят, на одну семью стоят и покруче особнячки. Вон там, видите? Ну, разные люди живут по разному уровню. Кто-то подешевле, да. Кто-то, ну, кто-то побогаче, кто-то, как мы, пенсионеры. Поэтому, ну, не будем на жизнь хаять. Все живут по своему достатку, по своему уровню. Поэтому деньги люди зарабатывают и живут. Вот так. Ну что, девочки, мы уже дома. Будем продолжать. Сейчас губы сотру только. Сейчас будем продолжать делать наши булочки. Значит, достаем наше подошедшее тесто. Ну, оно у меня было в моем специальном. Я вам показывала уже не один раз. Контейнер для... О, как вы видите, хорошее разошлось. Был смазан маслицем и закрыто крышкой. То есть мы его обминать не будем. Оно немножко, видите, слипнет к рукам. Значит, будем наш поверхность, наш коврик припылять мучкой. И раскатывать. Значит, обминать мы его не будем. Мы должны его сейчас раскатать. Мы присыплем мучкой. И раскатать где-то примерно 30 на 50 в такой пласт. Все, обомнем сейчас. И раскатаем. 30 на 50 в такой пласт.
ровненько сделаем. Ну вот мы раскатали вот такой пласт, 35 на 50 примерно, вот во весь мой коврик. То есть здесь у меня все разметочки есть. Сейчас мы берем масло сливочное, где-то примерно 80 грамм. И очень аккуратно распределим по тесту. Так, равномерненько. Все-все-все распределим сейчас по тесту. Ну-ка, хватит столько. Да. Вот так все хорошо распределили ручками по тесту. И теперь делаем нашу посыпочку. Прослоечку такую будем говорить. Значит, берем 4 столовые ложки с горочкой корицы. Это примерно где-то 20 грамм. И стакан сахарного песка. Все мы перемешиваем. Так вот. И хорошо-хорошо мы все распределяем по нашей поверхности. Равномерно, чтобы слой был равномерный. Все хорошо распределили. И теперь аккуратненько заворачиваем. Сворачиваем. Свертываем. Как правильно? Скажите, поправляйте меня. Аккуратненько мы все сворачиваем в рулетик. Так, ну что, девчонки, свернули в рулет, посыпали, защемили. И теперь вот на такие мы рулетики. И ставим на подносик подготовленный. И в духовочку на 180-190 градусов на 30 минуток. Ну что, поехали в духовочку? Ну а пока булочки у нас пекутся, мы приготовим ужин. Значит, что... Я сделала тесто. Вот у меня оно в пакетике лежит. Тесто пельменное. То есть 400 грамм здесь муки, 190 грамм воды, одно яйцо и солька. Тесто для пельменей. Убрали в пакетик мы. Пусть оно растаивается. Берем 600 грамм фарша. Значит, сюда мы рубим. Мелко-мелко-мелко режем. Две луковички в этот фарш. Прям мелко. Можно, конечно, это сделать на измельчителе. Но раз у меня фарш такой рубленый, я буду делать все ножиком. Тороплюсь, все вместе делаю. Зачем торопишься? Что тебя гонит? Да никто меня не гонит. Мы сейчас все это порубим мелко. И еще в фарш мы добавим 2-3 картошины, мелко тоже также порезанные. Сейчас мы это все еще ножичком подрубим. Тут вот луковица мне что-то не очень нравится. Так. Да что ты, блин, а? Когда режет, надо это все вырезать сразу, а не чтобы я тут грезилась и нервничала. Потом позвони в аэропорт и закажи 2 билета. Я могу себе позволить любую всякую. Так, ну что, лук мы измельчили.
Сейчас будем... О, сейчас заплачу. Ой, опять бок заболел. Блин, а. Ну и вот так режем три маленькие картошинки. Так, ну что, мы сюда покрошили лук мелко, картофель мелко, соль, черный перец и острый перец, и зиру. Сейчас все перемешаем, но пока у нас уже булочки на подходе, нам нужно сделать крем. Сейчас вытаскивать уже булочки будем. Смотрите, у меня здесь, значит, 10 столовых сливочного крема, 30 грамм сливочного масла мягкой комнатной температуры и 2 столовые ложки сахарной пудры. Сейчас мы все это взобьем и покажу, что будет дальше. Ну, уже успеем, наверное, мы фарш перемешать. Сейчас еще 5 минут нашим булочкам и покажу, что дальше будет. Фарш хорошо перемешали, посолили, поперчили, острого перчика добавили. И я добавила зиру. Потому что, ну, почему-то мне так кажется. Фарш у меня здесь наполовину свинина и лосятина. Фарша 600 грамм. Так, значит, наш фарш мы оставляем в сторонку. Булки наши уже сейчас вытаскиваем. И будем смазывать кремчиком. Уже булочки так пахнут вкусно. И этот, такой корицей. Ну вот, девчонки, наши булочки. И пока они горячие, мы прям вот их вот так вот смазываем сливочным нашим кремом. Вот таким. Сливки тут, значит. Аромат стоит такой по кухне. Ой, корицей. Ну, а на ужин у нас осталось времени полчаса. То есть полчаса нам до нашего ужина. Все готово. Тесто у нас для пельменей готово. Может, лучше кисточка, я не знаю. Кисточка, наверное, мягкая будет. Ну и так хорошо. Сливочный, значит, крем. Здесь у нас 10 столовых ложек. 30 грамм сливочного масла и 2 столовые ложки сахарной пудры. Надо бы вот такую лопаточку приобрести мягонькую. У меня вот ее нету. У тебя кисточка есть. У кисточки этот крем плохо будет, он густой. Он сейчас, пока булки горячие, он у нас расползется по булочкам, по нашим. Девчонки, вкуснятина. Аромат такой прям стоит вообще. Я бы вас так с удовольствием и угостила. Вообще вкуснятина, вкуснятина. Вот он, видите, уже весь растаивает на наших горячих булках. Вот, еще раз мы повторно пробегаем. Саша у меня там режет лук, потому что наши ленивые пельмени мы будем ложить на поджарку. На зажарку. Ну вот, в принципе, как-то так. Вот такие у нас булочки с корицей. Ну вот так. Сейчас будем готовить. Оно не очень красиво, но зато оно расползается, растаивает и будет очень вкусно.
Так, ну что, девочки, наше тесто мы для пельменное приступаем к ужину подготовки. Раскатали тонко и распределяем наш подготовленный фарш с луком и с картошкой тонким слоем по раскатанному тесту. Вот так вот тоненько. Иногда смачиваем ручки, чтобы тесто, фарш не прилипал. И он тогда, видите, как хорошо равномерно, тонко распределяется. Так, ну что, мы все равномерно распределили наш фаршик на наше тесто. И теперь закручиваем. Наши ленивые пельменьки или штрудели, не знаю, как мы их назовем, в рулетик. Вот так, хорошо. Пленку постелить, она лучше закрутилась. А, ну хорошо, без пленки закручивается. Вот как хорошо. Вот, все, ровненько. Все, девчонки, закрутили. А теперь подготавливаем платформу, где мы будем все это наше произведение искусства. Мы сейчас их потом разрежем на кусочки, на пельменьки. Пусть оно повыстоит. Сейчас прикроем тряпочкой, полотенчиком. Вот так, чистеньким. А пока готовим платформу. Мы обжариваем. Делаем поджарочку до золотистого цвета лук. Вот буквально до золотистого немножечко вот так вот. И к луку мы добавляем морковку. Морковка у меня уже пошингована. Ну, еще на зиму вот так вот я заготавливаю в такие. И в морозилочке. Лук сейчас еще буквально минуточки две подзолотится. Добавим морковку. Мы все это обжарим. Морковочка у нас хватится с луком, но тоже минутки 3-4, не больше. Ну что, девочки, у нас наша платформа, поджарочка готова. Мы ее чуть-чуть присолим, чуть-чуть буквально, потому что у нас бульончик соленый будет. Так, теперь смотрите. Вот наши рулетики, мы их разрезали, приготовленные. И будем вот так, смотрите дальше. Вот так аккуратненько будем их распределять. Вам видно, не видно? Наверное, не видно. Ой, сейчас маленько вас подниму. Да, вот так. Будем вот так аккуратненько их распределять. По всей сковородке. Вот так. Я старалась их делать одной выше высоты. Не влезу, заморозим. Вот так. Все не влезли у меня, но ничего, мы тогда их заморозим, там несколько штучек. И теперь смотрите, мы их заливаем бульоном до половины наших рулетиков. Ну вот, смотрите, я заливаю до половины наших рулетиков. У меня бульон, я варила на борщ мясо, и бульон остался. Вот так вот. Ну, примерно думаю, что хватит. Сейчас я убавляю его температуру. Я подолью. Сейчас мы, погодите. А то у меня на сильном. Закрываю крышкой. И будет у меня это тушиться. Вот наши ленивые эти штрудели. 40 минут. Ну, вот так вот. Под крышечкой они у нас, видите? На медленном огонечке будут тушиться 40 минут. Ну что, девчонки, настало время попробовать нашу вот вкуснятинку. Посмотрите,
какая вкуснятина. Все разварилось, все мягкое, со сметаночкой. Просто вообще. Такое все, смотрите, какое все в разрезах. Ой, запах какой, не могу. Прямо не могу. Сейчас это попробую. А еще хочу в разрезе вам показать булочку. То, что я вам не показывала. Посмотрите. Посмотрите, какая прелесть. Дай мою тарелочку. Ой, вон там тарелочка. Это останется на мне. Девчонки, будем есть штрудели со сметанкой. Ой, как вкусно. Слушайте, вообще. Правда, очень горячо. У меня сейчас батарея уже все. Ой, как вкусно. Пожалуй, знаете, вкуснее даже натуральных пельменей. Правда. Такое тесто мягкое. Я еще в конце перчика, укропчика посыпала. Посмотрите. Какое все разваренное. Вкусное. Плюс с этим вот бульоном, морковка, лук. Ну и плюс ко всему я делаю это на бульоне. Девочки, приятного аппетита. И еще раз с Рождеством. Так, девочки, пришла домой. Что-то тут у мужа. Ой, борщик. Ой, молодец, Саша. Молодец, пока жена гуляла на улице. Ой. Ну-ка, поздравь девчонок с Рождеством. Чего ты пристала? Давай, поздравь. С чего? С Рождеством всех. С Рождеством всех. Здоровья, счастья, благополучия. Ой. Не болеть. Слышите? Никому не болеть, всем семьям, чтобы был покой. Год был удачнее намного. Вот. 20-го. Ой, спасибо, муж. Ой, я сопливая, сопливая. Блин. Сопливая. Я просто пришла с этого. Со свежего воздуха. А тут борщик такой горяченький, такие запахи. О, посмотрите на меня, я какая. Тельняшечки мужа. Такая тельняшечка приятная. Она такая тепленькая, байковая. В ней хорошо гулять на улице. Вот. Ну ладно, девчонки, сейчас будем, значит, обедать. Потом пойдем на площадь. Там какой-то концерт. Внучка у нас сегодня выступать будет. Девчонки, перед прогулкой сейчас растворим булочки. Булочки такие с корицей. Горяченькие будут. Растворю сейчас тесто, потом погуляем, а потом дальше продолжим. Значит, что нам нужно? Сейчас я вас поставлю, девочки. Что нам нужно, значит? Нам нужно 190 миллилитров кипяточка тепленького. Туда высыплем 2 чайные ложки без горки дрожжей. Так, размешаем и дадим дрожжам, чтобы они у нас пеночка появилась. Пока отложим в сторонку. Значит, что, берем 2 яйца. Опа. Оп. Ну ничего, все словили мы. Так, а тут тоже мне не нравится. Вот, а все выловила я. Скорлупка маленькая упала, но все-таки этот яйца от своих курочек, поэтому ничего. Значит, 2 яйца.
берем 2 столовые ложки сметаны. Сейчас возьмем. Так, девочки, значит, что у нас? Возьмем 2 столовые ложечки сметаны. Так, 2 столовые ложки сметаны. 1 чайную ложечку без горки соли. И 3 столовые ложки сахарного песка. Все это хорошо. Сейчас забьем, заболтаем. Так, дрожжи у нас, на дрожжах у нас уже появилась пеночка. Выливаем туда нашу водичку с дрожжами. И постепенно... Чего тебе, Лиса, надо? Чего ты меня цапаешь тут? Гляди, клеенку тут не рвет. И постепенно добавляем 550... Вот у меня здесь просеяно 550 грамм муки. Ну, плюс-минус, я не знаю, у кого какая мука, постепенно будем добавлять муку, чтобы у нас получилось мягкое тесто, но в то же время не забитое, эластичное, слегка липнущее к рукам. Поэтому я вот сейчас буду постепенно добавлять. Это печенюшки, ой, эти булочки у нас с корицей будут. Сейчас уже, наверное, венчик я отложу в сторону. Наверное, возьму ложку, потому что венчик уже будет плохо взбивать. Сейчас возьму ложечку. Ну вот я подсыпаю муки. Ну сейчас вот я уже руками буду, высыплю на коврик и буду домешивать. Но прежде чем высыпать на коврик, я добавлю сюда 70 грамм, но вот оно такое не растопленное, а ну мягкое до консистенции, надо, чтобы сливочное масло было. Чтобы такой комнатной температуры, так будем говорить. Ну вот оно, чтобы его вот втереть прям в тесто. И сейчас будем высыпать и уже вымешивать на коврике до мягкого эластичного состояния. Посмотрим, сколько у нас муки уйдет. Вот было у меня просеяно 550 грамм. Но вот это все количество. Вот такое получается. Видите, слегка липнущее тесто к рукам. Вот оно. Вот оно, видите, еще прилипает к коврику. Но я, знаете, не буду больше, наверное, добавлять муки, чтобы не забивать тесто. Я лучше, наверное, возьму немножко на руки чуть-чуть растительного масла, прям вот совсем чуть-чуть, и хорошо-хорошо его постараюсь вымесить. Но оно вот такое должно быть, видите, оно вот приставает немножко к корнику, пристает. Но если только чуть-чуть слегка прям припылить поверхность и хорошо сейчас вымесим наше тесто и оставим его отдыхать минут на 50, ну на часик. Мы пока сходим погуляем. Наше тесто мы сейчас хорошо вымесим и оставим отдыхать. Ну что, девочки, мы уже дома. Будем продолжать. Сейчас губы сотру только. Сейчас будем продолжать делать наши булочки. Значит, достаем наше подошедшее тесто. Ну, оно у меня было в моем специальном, я вам показывала уже не один раз. Контейнер для... О, как вы видите, хорошее разошлось. Был смазан маслицем и закрыто крышкой. То есть мы его
обминать не будем. Оно немножко, видите, слипнет к рукам. Значит, будем наш поверхность, наш коврик припылять мучкой и раскатывать. Значит, обминать мы его не будем. Мы должны его сейчас раскатать, но присыплем мучкой и раскатать где-то примерно 30 на 50 в такой пласт. Все, обомнем сейчас и раскатаем 30 на 50 в такой пласт. Ровненько сделаем. Ну вот мы раскатали вот такой пласт 35 на 50 примерно, вот во весь мой коврик. То есть здесь у меня все разметочки есть. Сейчас мы берем масло сливочное где-то примерно 80 грамм и очень аккуратно распределим по тесту. Так, равномерненько. Все распределим сейчас по тесту. Ну-ка, хватит столько. Да. Вот так все хорошо распределили ручками по тесту. И теперь делаем нашу посыпочку. Прослоечку такую будем говорить. Значит, берем 4 столовые ложки с горочкой корицы. Это примерно где-то 20 грамм. И стакан сахарного песка. Все мы перемешиваем. Так вот. И хорошо-хорошо мы все распределяем по нашей поверхности. Равномерно, чтобы слой был равномерный. Все хорошо распределили. И теперь аккуратненько заворачиваем. Сворачиваем. Свертываем. Как правильно? Скажите, поправляйте меня. Аккуратненько мы все сворачиваем в рулетик. Так, ну что, девчонки, свернули в рулет, посыпали, защемили. И теперь вот на такие мы рулетики. И ставим на подносик подготовленный. И в духовочку на 180-190 градусов на 30 минуток. Ну что, поехали в духовочку? Ну а пока булочки у нас пекутся, мы приготовим ужин. Значит, что... Я сделала тесто. Вот у меня оно в пакетике лежит. Тесто пельменное. То есть 400 грамм здесь муки, 190 грамм воды, одно яйцо и солька. Тесто для пельменей. Убрали в пакетик мы, пусть оно растаивается. Берем 600 грамм фарша. Значит, сюда мы рубим, мелко-мелко-мелко режем. Две луковички в этот фарш. Прям мелко. Можно, конечно, это сделать на измельчителе. Но раз у меня фарш такой рубленый, я буду делать все ножиком. Тороплюсь, все вместе делаю. Зачем торопишься? Что тебя гонит? Да никто меня не гонит. Мы сейчас все это порубим мелко. И еще в фарш мы добавим 2-3 картошины, мелко тоже также порезанные. Сейчас мы это все еще ножичком подрубим. Тут вот луковица мне что-то
не очень тебе нравится. Так. Да что ты, блин, а? Ну, когда режет, надо это все вырезать сразу, а не чтобы я тут грезилась и нервничала. Потом позвони в аэропорт и закажи два билета. Так, ну что, лук мы измельчили. Сейчас будем... О, сейчас заплачу. Ой, опять бок заболел. Блин, а. Ну и вот так режем три маленькие картошинки. Так, ну что, мы сюда покрошили лук мелко, картофель мелко, соль, черный перец... И острый перец, и зиру. Сейчас все перемешаем, но пока у нас уже булочки на подходе, нам нужно сделать крем. Сейчас вытаскивать уже булочки будем. Смотрите, у меня здесь, значит, 10 столовых сливочного крема, 30 грамм сливочного масла мягкой комнатной температуры и 2 столовые ложки сахарной пудры. Сейчас мы все это взобьем. И покажу, что будет дальше. Ну, уже успеем, наверное, мы фарш перемешать. Сейчас еще 5 минут нашим булочкам. И покажу, что дальше будет. Фарш хорошо перемешали, посолили, поперчили. Острого перчика добавили. И я добавила зиру. Потому что... Ну, почему-то мне так кажется. Фарш у меня здесь наполовину свинина и лосятина. Фарша 600 грамм. Так, значит, наш фарш мы оставляем в сторонку. Булки наши уже сейчас вытаскиваем. И будем смазывать кремчиком. Уже булочки так пахнут вкусно. Из этот, такой корицей. Ну вот, девчонки, наши булочки. И пока они горячие, мы прям вот их вот так вот смазываем сливочным нашим кремом. Вот таким. Сливки тут, значит. Аромат стоит такой по кухне. Ой, корицей. Ну, а на ужин у нас осталось времени полчаса. То есть полчаса нам до нашего ужина. Все готово. Тесто у нас для пельменей готово. Может, лучше кисточка, я не знаю. Кисточка, наверное, мягкая будет. Ну, и так хорошо. Сливочный, значит, крем. Здесь у нас 10 столовых ложек. 30 грамм сливочного масла. И 2 столовые ложки сахарной пудры. Надо бы вот такую лопаточку приобрести мягонькую. У меня вот ее нету. Кисточка есть. А кисточка этот крем плохо будет, он густой. Он сейчас, пока булки горячие, он у нас расползется по булочкам по нашим. Девчонки, вкуснятина. Аромат такой прям стоит вообще. Я бы вас так с удовольствием и угостила. Вообще вкуснятина, вкуснятина. Вот он, видите, уже весь растаивает на наших горячих булках. Вот, еще раз мы повторно пробегаем.
Саша у меня там режет лук, потому что наши ленивые пельмени мы будем ложить на поджарку, на зажарку. Ну вот, в принципе, как-то так. Вот такие у нас булочки с корицей. Ну вот так, девчонки. Сейчас будем готовить. Оно не очень красиво, но зато оно расползается, растаивает и будет очень вкусно. Так, ну что, девочки, наше тесто мы для пельменной приступаем к ужину. Подготовки раскатали тонко. И распределяем наш подготовленный фарш с луком и с картошкой тонким слоем по раскатанному тесту. Вот так вот тоненько. Иногда смачиваем ручки, чтобы тесто, ой, вернее фарш, ну, не прилипал. И он тогда, видите, как хорошо, равномерно, тонко распределяется. Так, ну что, мы все равномерно распределили наш фаршик на наше тесто. И теперь закручиваем. Наши ленивые пельменьки или штрудели, не знаю, как мы их назовем. В рулетик. Вот так, хорошо. Надо пленку постелить, она лучше закрутилась. А, ну хорошо, без пленки закручивается. Вот как хорошо. Вот, все, ровненько. Все, девчонки, закрутили. А теперь подготавливаем платформу, где мы будем все это наше произведение искусства. Мы сейчас их потом разрежем на кусочки, на пельменьки. Пусть оно повыстоит. Сейчас прикроем тряпочкой, полотенчиком. Вот так, чистеньким. А пока готовим платформу. Мы обжариваем. Делаем поджарочку до золотистого цвета лук. Вот буквально до золотистого немножечко вот так вот. И к луку мы добавляем морковку. Морковка у меня уже пошингована. Ну, еще на зиму вот так вот я заготавливаю в такие. Вот в такие. И в морозилочке. Лук сейчас еще буквально минуточки две подзолотится. Добавим морковку. Мы все это обжарим. Морковочка у нас хватится с луком. Но тоже минутки 3-4, не больше. Ну что, девочки, у нас наша платформа, поджарочка готова. Мы ее чуть-чуть присолим. Чуть-чуть буквально, потому что у нас бульончик соленый будет. Так. Теперь смотрите. Вот наши рулетики. Мы их разрезали, приготовленные. И будем... Вот так, смотрите дальше. Вот так аккуратненько будем их распределять. Вам видно, не видно? Наверное, не видно. Ой, сейчас маленько вас подниму. Да, вот так. Будем вот так аккуратненько их распределять. По всей сковородке. Вот так. Я старалась их делать одной выше высоты. Не влезу, заморозим. Вот так. Ну, все они влезли у меня, но ничего. Мы тогда их заморозим, там несколько штучек. И теперь смотрите. Мы их заливаем бульоном до половины наших рулетиков. Ну вот, смотрите, я заливаю до половины наших рулетиков. У меня бульон. Я варила на борщ мясо, и бульон остался. Вот так вот.
Ну, примерно думаю, что хватит. Сейчас я убавляю температуру. Я подолью. Сейчас мы, погодите. А то у меня на сильном. Закрываю крышкой. И будет у меня это тушиться. Вот наши ленивые эти штрудели. 40 минут. Ну, вот так вот. Под крышечкой они у нас, видите? На медленном огонечке будут тушиться 40 минут. Ну что, девчонки, настало время попробовать нашу вот вкуснятинку. Посмотрите, какая вкуснятина. Все разварилось, все мягкое, со сметаночкой. Просто вообще. Такое все, смотрите, какое все в разрезах. Ой, а запах какой, не могу. Прямо не могу. Сейчас это попробую. А еще хочу в разрезе вам показать булочку. Что я вам не показывала. Посмотрите. Посмотрите, какая прелесть. Дай мою тарелочку. Ой, вон там тарелочка. Это останется на мне. Девчонки, будем есть штрудели со сметанкой. Ой, как вкусно. Слушайте, вообще. Правда, очень горячо. У меня сейчас батарея уже все. Ой, как вкусно. Пожалуй, знаете, вкуснее даже натуральных пельменей. Правда. Такое тесто мягкое. Я еще в конце перчика, укропчика посыпала. Посмотрите. Какое все разваренное. Вкусное. Плюс с этим вот бульоном, морковка, лук. Ну и плюс ко всему я делаю это на бульоне. Девочки, приятного аппетита. Еще раз с Рождеством.